Сьогодні ми пропонуємо вам смачний кальян. Зараз я... Ладно, окей. Сьогодні, в общем, ми купили новий табак от той же фірми. Да, от той же фірми, яку вже брали лайм ананас. Сьогодні ми взяли Аргеліні. Но сьогодні ми взяли другой вкус. Нам очень понравился, в принципе, Аргеліні. Мы взяли... Русский Билли, по-моему. Да, русский Билл или русский Билли. Если мы не ошибаемся. Да, мы еще узнаем инфу. В общем, пахнет вкусно, как... Конфетки с ликером. Конфетки с ликером, но без алкоголя. Но без ликера. Ну да. Ну, в смысле, пахнет как такая вкусная штука. И вот мы уже готов наш кальян, наши угли. Мокрый. Да, кстати, хотим заметить, что консистенция... Кстати, смотри, он меньше насыпал. Чё меньше? Ну смотри, там уже ничего нет. В смысле, там ещё до хрена. Ого! Там ещё жменька, ну слышь ты. Какая вот это всё жижа? Да. Мокрый. В общем, Денис режет. Поскольку мы хотим его попробовать, он реально приятно пахнет. У меня аж сюда он пахнет. Мы просто его сейчас будем на УПГ курить сегодня. Upgrade Mini, чашка наша беленькая. Хотели покурить на Айве, но решили сразу попробовать нормально и не коверкаться с этим всем. В общем, сейчас вот Денис заканчивает и... Это такой выпуск экспресс. Да, ну как экспресс, не будем говорить экспресс, потому что мы воруем название. В общем, это Fast Hookah. Сегодняшний... Да, назовем это как Fast Hookah. Fast Hookah. Да, Fast Hookah. Fast Hookah. Fast Hookah. Так, ну в общем, да. А я пока ставлю... А, нет, возьми зубочистку. Okay. У Ниса есть любимый вкус Вольфакера. Микс. Микс. Ты тоже его курил, тебе нравился. Дай колу. Мы разожгли костер. Короче... Мы поняли, что мы больше не будем брать белого Билла отдельно от чего-то. Какие идеи тебе взять белый Билл с этим, с лаймом и ананас? Потому что мы пробовали два этих вкуса. Ну да, они вроде два неплохих. Нет. Ну, в смысле, они два галимых, но я думаю, в миксе это будет круто. Галимых. Ну галимые в плане приторные. Да, их отдельно курить галимых. И еще, мне кажется, лучше их покурить на каком-то фрукте. Какие идеи? Ну да. Не, он даже, это как по вкусу, как черный шоколад со сладостью. Не, нормальный вкус, мне нравится. Вообще прикольный, да, он не навязчивый, ничего, он классный, как курица. Поднимай оттуда. Я не буду пить на камеру, это не культурно. Дебил. Я разболтал колу, теперь я обязан попить. Где труба моя? А твоя где? Твоя там? А чё ты мою забрал? Ладно, мы сейчас херню снимаем. Можем просто сказать только то, что у нас сегодня мини-фаст хука выпуск. И это очень хорошо, потому что он будет быстро обрабатываться. В общем, сквозь дым мы хотим вам сказать, что кальян прикольный. Вообще, Аргеліні табак классный, серьезно. Мы не знаем... Чей он, правда, еще? Вот тут надо бы печаточку вставить и со звуком. Одобрено. Да. Так что мы можем сказать, что табак одобрен. О, нормально, уже звук даже. Да, я просто могу сказать, это уже такой звук. Ну да. Как будто я жопу, я кричу. Помогите, помогите. И водитель смотрит, что я... А? Где? В смысле? Ну я от тебя когда ехал, я говорил, за перекрёсток. Я в 136 не... Или в 151 не... В 136, по-моему... Не, в 151 ехал. Всё, вырубай. То... Ну да. Ну ладно. Ну короче, ехал я в 151. Это такая маршрутка, она по героев едет. Ну, по Карловитам. Фанаты тебя будут преследовать. Да. В общем, мне надо было выйти на школьное. Мы еще едем на Вакарничука, это примерно метров за 400-300. Ну я такой думаю, ну скажу, может, маршрутка забитая, хотя я стою в начале, ну на всякий.
Я говорю, на школьный. Смотрю в окошко. Уже вижу, напротив парк стоит. Я уже вижу парк в окошке. Я говорю, на школьный, типа. Он едет дальше. Я как заору, на школьной. Он тупо ничего не... И только мы доезжаем до СТО, ну там уже метров 150 проехали, он говорит, на развилке выходят. Я как заору, сука, на школьной. Он как даст по тормозам. Я тебе говорю, никто так не летел вперед, как все в той маршрутке. Подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем про конкурс. У нас уже 26 подписчиков, 10 репостов. Розыгрыш будет через 24 просмотра, через 24 подписчика. Да, но только еще, ну понимаете, мы как бы, ну, нам не западло там на канале, чтобы, ну просто, ну у вас должен быть открытый YouTube для начала, чтобы мы, ну как бы, вам колодку подарили, когда вы выиграете. И как бы лучше вам подписаться... Они просто скрин скинут. Нет, мы делаем все по-культурному. Поэтому подпишитесь на нашу группу, сделайте репост записи первой, там ссылочка будет ниже. И, ну блин, колодка будет не лишней, ну согласитесь. Как говорит Денис, на халяву и член сладкий. Я такого не говорю. Давай Динамо снимем. До свидания. Всем пока.